Всем здорово, братва, на связи, как всегда, я, Малфой. И это 87-я серия Пути Бомжа на Hustle Online. По тайму я как раз отыграл 4 часа, в Payday вот пришла бесплатная рулетка, и выпадают нам патроны на Дигл, как всегда, отстой. Залетаем в кости, 44к у работяг я забрал, еще 222 тысячи у Гранта, и туда-сюда парочку игр, и с чистым плюсом в 400к можно уходить. Это у нас уже новый день, с момента покупки бизнеса прошло чуть меньше суток, и мне уже не терпится вам рассказать подробности о этой прачечной. На балансе бизнеса 17 тысяч, финка со вчерашнего дня только 9к, оно потом все обновится, и вот сразу я заметил информацию касаемо электричества. Владельцы бизнеса должны заключить контракт с любым из ветряков, в моем случае доступно 2 станции, и что там по 35 рублей за киловатт. Ну а так как потребление вот бизнеса пишет 6 киловатт, значит в сутки только на свет я буду тратить 5000. По поводу улучшений я вот купил все до 4 уровня, ну а 5 и 6 не вижу смысла. И еще прикол, что мы можем редактировать стоимость стирки в диапазоне от 100 до 500 рубасей. Понятное дело, выставляем по максимуму и время от времени будем рекламировать бизнес в рацию дальнобойщика. Залетаем на киоски, и как вы помните, я на финальной стадии крафта тачки. Ой-ой-ой, вот это совпадение! Мне как раз нужны запчасти к рулю. Но вот цена 450 тысяч за одну штуку, не кажется вам как-то дороговато? Ладно, выставляем свои кейсы черное золото по 49к и остальные предметы так по мелочи. Кстати, шапка петуха за 25к, татю, это то, что мне нужно? Лично я такую никогда не видел, и за эти копейки будем уже выделяться. Ведем переговоры по поводу разных продаж, и вот уже братва догадалась, что я купил прачечную. Говорю как есть, что взял за 15к, он отвечает, что еще нормально. Минут 20 я провел на этих киосках и, кажись, нашел то, что нужно. Это запчасти к рулю по 60к, и как раз 30 штук выйдут мне в 1,8к. Даже не знаю, стоит ли оно того, но так как я пообещал уже скрафтить кобру Шелби, тогда придется покупать. И да, вот мне прошлый владелец прачечной уже выпендривается, что поднял в казике 40к. Хотя мне так интересно. Подписчик Ваня говорит, что финки в прачечной нет, хотя вот накапало на баланс уже 26 500. Залетаем с вами на шахту, и по моим подсчетам осталось только купить 500 металла. Оп-оп-оп, все покупаем, перекидываем нужные предметы себе в инвентарь, и честно говоря, можно было еще подкопить и вот скрафтить рейлтан. Хотя тратить еще время на поиски я не хочу. И нажимаем создать предмет. Оп-оп-оп, под интересные звуки появилась вот такая вот красотка. Хотя, честно говоря, я думал, что нужно будет дополнительно покупать квартиру для получения этой тачки. При условии, что некоторые предметы я ловил на свалке, а остальные покупал на киосках, себестоимость этой тачки 2 миллиона 300 тысяч. И вот по динамике, ну прям очень хорошо, мне нравится. Максимальная скорость вышла 231 километр, и этого с головой хватает. Залетаем в казино, оплачиваем штраф, чтобы не забрали права, сходу залетаем в игру на 1к и успешно ее тащим. Кстати, вот этого Кирю я уже здесь видел, и между прочим еще и с ним играл. Он обычно после каждой ставки показывает свои эмоции, и это продолжается уже 5 минут подряд. Мог и, конечно, уйти с балансом в 7,8к, но чуть заигрался, и уходим с 5 лямами. По тайму как раз 16:00, самое время открывать конты, и по тачкам у нас ничего. Тогда берем одежду за 280к. Меня, к удивлению, никто не перебивает, и опять я сбросил аукцион. Я просто хотел закрыть чат на эскейп, и на эту уловку я уже попадаюсь не в первый раз. Ладно, все, врываемся на авторынок высокого класса, и давайте узнаем среднюю рыночную стоимость этой тачки. Открываем для проверки капот, смотрим, что здесь почем, госка 150к, ну а износа как такового нет, она совсем новенькая. Так, братва, минут 10 я уже бегаю по рынку, кричу, что продаю Шелби Кобру, а в ответ вообще ничего. Пару кентов спросили цену, а что им ответить, я сам-то в рынке не разбираюсь. Какая-то, короче, неликвидная тачка, и снимаем ее с продажи. Вот еще Кобра продается, и спустя пару минут переговоров, он говорит, что ее рынок 9-10 кака.
счет, мне кажется, он немного преувеличил. И не может она стоить таких денег. Залетаем с вами на СТО, успешно красим ее в черно-белый цвет, устанавливаем крутые диски и, разумеется, еще и гидравлику. Получается, затраты на тюнинг 1 миллион, но зато теперь она выглядит намного дороже. И на балансе бизнеса уже 35к, потихоньку, не спеша, финочка капает. Выбираем более-менее блатной номер и остановимся, пожалуй, на таком. Это еще минус 1к. Активно рекламируем в чате свою прачечную, вот даже спрашивают у меня, где она находится, и как бы там ни было, покупкой я доволен. Врываемся на свалку, параллельно пиарим бизнес, и вот мне кажется, что это какой-то всемирный заговор. За всю игру на Хасле я не видел на свалке запчастей к рулю, а вот только я их купил, они сразу заспавнились. Только вот ставки они начинают гнуть солидные, и вот уже перевалило за 200к. Спрос очень большой, и то, что я их купил по 60к, это получается еще выгодно. Возвращаемся на киоски, выставляем запчасти к рулю, ну допустим, за 305к, и будем смотреть, их вообще заберут за такие деньги, или на свалке я опять переплатил.